Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон обратился к верующим с просьбой отказаться от посещения кладбищ в Радоницу. Связано это с ростом заболевших коронавирусом в республике и ограничительных мер в предотвращении распространения коронавируса, чтобы не быть инфицированным самому, тем более подвергнуть других заражению инфекции. На 9-й день после Пасхи мы привыкли молиться на заупокойных богослужениях в храмах и посещать могилы своих усопших близких, делясь с ними радостью о воскресшем Господе. Но в этом году, к большому сожалению, всем нам придется изменить своим устоявшимся многолетним традициям. Каждый из нас может заразиться и стать переносчиком коронавирусной инфекции, распространение которой в последние недели приняло масштабы эпидемии. Поэтому прошу вас в день Радоницы 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения кладбищ и молиться дома о своих покойных родственниках, обратился владыка Тихон. Церкви и храмы продолжают работать, но прихожан просят отказаться от их посещения. Заказать молитвы за здравие и за упокой можно по телефону, который указан на официальных страницах епархии в Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. Это позволит избежать риска заражения как самих прихожан, так и священнослужителей. Порядок на могилах можно будет навести после снятия ограничительных мер, а молитва за усопших будет произноситься как в храме, так и дома.